Номер 43. Мы. Судя по физиономии. Что делать? Знаете, я достаточно редко ошибаюсь, потому что у кошек и у котов разные лица. Коты более, знаете, такие брутальные. Ну, другие. А тут такой сидит ласковый, такой замечательный, изумительный экземпляр Мэн-Ку. Еще раз номер. 43. Алло. Крошечка, помрошечка. Значит, что мне в нем очень нравится? 20 минут. А сколько месяцев, извините? 5. Ух ты. Ух ты. Мэн-Кун – это крупная... Сейчас. Это крупная, массивная кошка. Это 5-месячный ребенок. Это даже еще не юниор. Это котенок. Вот такой котеночек. Все видели? Значит, что изумительного у этого мальчишки? Чудные, очень хорошо поставленные ушей. Действительно, такие, какие они должны быть. Вообще у Мэн-Куна голова описывается очень сложной формулой. Там целый ряд соотношений между шириной черепа, расстоянием между ушами, длиной черепа. То есть голова Мэн-Куна – это процентов 30 успеха. Потом уже идет тело, длина хвоста и все остальное. И почему-то самые популярные и, наверное, самые уже написанные мэн-куны тигрового или любого тегриокласса. Наверное, потому что происходим мы от енотов, это енотовидная кошка. Мы, конечно, от них не происходим, но, по крайней мере, мы называемся американская енотовидная кошка. Ты еще маленький, и в 5 месяцев сложно сказать, что у тебя коротковат хвост. Хвост должен доставать до лопаток. Я не буду тебя натягивать хвост до лопаток. Все может быть. Может быть, через 2 месяца это будет хвост гораздо длиннее. Что мне еще очень нравится? Очень массивные лапы с кисточками. Смотрите, какая классная лапа. И посмотрите, какой бомбовый характер. Я на его месте уже давно, извините, в дым въехала. А он вот стоит и стоит. Узлом мы тебя завязывать не будем, но хороший выставочный темперамент – это одно из достоинств кошек. Кстати, вот так же, как у нас наследуется тип нервной системы, дети, как правило, похожи на родителей по типу нервной системы, по темпераменту. Точно так же кошки наследуют характер. И когда вы выбираете котенка, обязательно посмотрите на родителей. И если, не дай бог, у хозяев искусаны лодыжки, бегите из этого дома быстро-быстро, далеко-далеко, потому что изумительный характер, массивный и замечательный окрас. Смотрите, какой классный тигр. Все при нем. И бабочка на спине. И даже просматриваются полосы, вот вообще классический мраморный окрас, это еще и полоски по спине.